Всем привет! С вами Бензинович, и мы играем Tom Clancy The Division. И мы пойдем в темную зону. Здравствуйте, ребята! Добрый вечер всем! Всем, кто смотрит меня на моем канале Бензиновича. Биологическая угроза. Вы входите в зараженную зону. Сейчас посмотрим, как будет надирать нам жопы. Радиосообщение нарушено. Связь возможна только на коротких дистанциях. Заткнись нахрен. Восстановление. Система перезагружена. Внимание, вы вошли в темную зону. Да я понял уже. Так. Ага, вон, вижу. Вон они, шныри. Так, давайте-ка мы прокрадемся. Хуяк. Так. Ну чё мы им кинем? Ловите турелечку ловите, ублюдочки. На, шарик, волшебный шарик. Да, одному херово в зоне. Говновед кинул. Ну что я вам скажу, ребята, про игру? Игра мне очень нравится. Опа. А вот это мне не нравится. Но одному в зоне очень херово. Бля. Отдача большая. Большая отдача. Ты чё, пырь? На, блядь. На. А, как он заорал. Так. Это мы не будем брать. Так что вот, ребята, что я могу сказать о темной зоне? Одному здесь вообще херовато. Херовато тут вообще пипец. Надо гулять с компаньонами. Ребят играет много. Валят по беспределу вообще. Так что в темной зоне. Так, куда нам надо? Сейчас посмотрим. Я хотел до эвакуации. Прошел я, так, секунду, до 30 уровня, где он? Так, это, у меня херня тут еще, ничего не накуплено. А, ну вон, видно, 30 уровень там. Быстро, за полтора суток я прошел, я играл полтора суток, быстро прошел вообще до 30 уровня можно. Один, ну там еще у меня есть летсплей, я проходил там с пацанчиком. С далекой-далекой Америки. А так до 30-го в легкую можно одному. О, упырек. Сюда иди, нахуй, ублюдок. Куда ты нахуй лезешь, Вася, блядь. Да-да-да, пуляй. Говноед, а? Сука. Перезаряжается гандон. Ну что, хочешь моих пулей ответь? На, ответай моих пулей, блядь. Ответай. Ах ты, сука. Коробками бросаться мне вздумал. Бензак разорвется, сракин нахуй. Так, короче, сейчас я попробую кого-нибудь найти и поиграть. С кем-то надо. С кем-то надо поиграть. Там, что еще? Вон еще говноедки. Да, вон говноеды. Сейчас. У меня есть волшебный шарик, который их порешит. Так. Давай. Ловите, суки! Получай, сука, говноед! Опа!
Ты чё, Вася? По машинам вздумал бегать, сучара? Блин, ну и отдачу в этом ствола. Так. Зеленку брать не будем? Нет, нахрен надо. Сколько у них дамаг? Так, 43 тысячи в секунду. 7-7. Нет, мало. И зеленку мне нахрена. Так, оп. Так. Так, ну что, сейчас мы найдем пареньков. Посмотрим потом дальше. Лупасит, конечно, зону. Да, бля, круто вообще. Не по-детски лупасит. Выход из зараженной зоны. Так, давайте, сейчас я с ребятами тут созвонюсь. И мы продолжим. Вот это красота. Заражено. Бабулечки, бабулечки. Сейчас пойдем защищать что-нибудь. Какое-нибудь тело бить. Так, так. Так, куда идем-то? Тут непоняточки у меня произошли. Короче, я думал, у меня один там браток стреляет, пока я тут защищал, короче, территорию в одиночку. Оказалось, он тоже в них стрелял, просто в меня попадал. И, блин, я-то думал, у меня... И, короче, я его захерачил и стал, короче, ренегатом. И меня потом все-таки грохнули. Так. Так, забираем. О, классно, молодцы, молодцы. Опа-на. Кто там? Что за черт? Потухни, ептать. Ответы пуль моих, сука! Чё ты прячешься, гандон? Опа! На, сука, на! Ну, вылезай, сучара! Ёпта! Я слеп, блядь! Синька, синька. Ладно, возьмем, похер. Так, так, пацанчики мои убежали. Сейчас догоним их. Сейчас мы их догоним. Где они, ребята? Надо помогать, помогать. Все-таки в группе играем. Так, они куда пошли защищать-то? А, сюда. Сигане тоже зачистили все. На, сука, жри! Ты че, говноед? Агент из вашей группы ранен и нуждается в помощи. Так, ранили, ранили, ранили. Ой, шарик, сука. Где они, где они? А, блядь, сука, они меня завалили. Дыранули меня, пацаны. Ядрит, я все профукал. Сейчас посмотрим, заберут они мой лутецкий или нет. Тогда я бегал с компанией, короче. Лутецкий не забирали, вообще нормальная группа была тоже. Американцев. Все, ждали меня, пока я приду, заберу свой лут. Сейчас посмотрим, как эти у нас ребята. Заберут лутецкие, заберут.
Так. Где мы померли? Вот. Надеюсь, они мой лут не заберут. Так, сейчас добегу, потом продолжим с вами. Так, ну вот, сейчас, где у меня лут, мой лут? Лут мой где? Вот он. Не знаю, нормальные пацанчики. Так, да, лутецки не забрали. Бывает, забирает. Так. Они уже тут все зачистили без меня. Я только одного взял и все. Так. Да что ты, блядь, не прыгаешь-то ни хера? Так, что тут есть? Тут ни хера нету. Вот есть. Нормально возьмем. Так, где слезь. Давай быстрее, ребята, сейчас я иду к вам. Одни трупы кругом. Трупы, блядь. Да что ты, давай быстрее. Так, бежим. Сейчас кармультук возьму другой. И полетели, блядь, малыши карандаши накурились от наши. Что ты, блин, такое? Так. Там приглушки кидают. Библиотека, так, в библиотеку направляемся. Так, вон. Сука. Суки, блядь. Говноеды, блядь, вонючие. Босс, сука. Бля, да что такое, сука? Ребята, помоги, плиз. Хелп. Бля, меня сожрали. Сэнки, уважаемый, спасибо большое, громадное, человеческое. Здоровый говноед-то, блядь. Так, аптечку надо забирать. Зеленка не нужна нам. Так, 8 вещей уже. Из 9. Так, надо отправлять в дальневосточное плавание, блядь. Надо идти на... Так. Так, наверное, сейчас побежим, наверное, блядь, сдавать ресурсы. Вон еще там говноеды.
27-й был, блин, порешили меня, и стал 26-й опять. За этого роги еще высчитали, блин, блинский. Да, в игре много-много ошибок, много багов. Бывает, и земля летает в воздухе, бетонные плиты. Нате, суки! Собаки, блядь, а? Транспорт на подходе. Ожидайте. Так, надо быстро сложиться, все. Начинается эвакуация груза. Вот так это все происходит. У вас в группе новый агент. И месиво тут, месиво, блядь, месиво, сука. Сейчас он без... Куда ты, падла, лезешь? Погибни, нахуй. Есть. Сука. Сдохни, падла. Я все равно завалю нахрен. Есть. Побежали, да, ребят. Ну вот, вот у нас опять стыковочка. Нади нахуй. Что-то у меня персонаж боком стал бегать. Смотрите, какой интересный баг, ребята. Что за херня? Что за вид от первого лица? Вот и баги. Ёптать. У меня вообще персонаж как летает боком. Что за хрень, пацаны? Персонаж у меня боком летает. А, бля, вообще прикольно. О, выровнялся. Вы видали, как это? Баг, это просто был баг. Жесткий такой баг. Боком, боком. И вид от первого лица какой-то стал непонятный. Так, это мы забрали. Да. Ну, че ужас. Так, нас ждут. Тут все зачистили, короче. Продолжаем движение дальше. Так. Сейчас мы тут все зачистим нахрен. Так. Есть. Забираем. Блять, все взял.
Так. Так. Денежка. Так, ну все, зачистили тут нормальненько так. Красивенько так. Блять, я заблудился. Так. О, у меня уже полная. Эвакуировать нечего. Так, надо что-то удалить. Так. Синьку. Нахрен. Так, побежали. Волшебный шарик кидаем. Шарики. Давай, катись, колобоком. Так, сейчас мы эвакуацию произведем. Держи эти пульки, блядь. Ты чё, сука? Стоять нахуй! Держи. Иногда проще сменить ствол, чем перезарядиться. Тайник заполнен, ёб твою душу за ногу. Агент, я направляюсь к вашей. Это херово. Бля, тайник заполнен, значит мне не эвакуировать ни хрена. Пипец. Ну ладно, придется все выкидывать. Ожидайте. Куда ты лезешь, говно? Тайничок-то заполнен, бля. Это херово. Ну ладно, чё. Зачистили, короче, мы зону. И опять сбрасываем лут детский. Начинается эвакуация груза. Ну вот и все, немножко о темной зоне. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. С вами был Бензиныч, до новых встреч. И всего самого наилучшего. Не ленитесь, ребята, и все у вас получится.